Увидев трейлер анонса Five Nights at Freddy 4, в моей голове первым делом промелькнула такая мысль. Они теперь пришли ко мне домой. И кто бы что там ни говорил, Скотт, он же создатель, вновь сделал очень страшную игрушку о игрушках. И пусть каждая новая часть имеет примерно одно и то же качество, четвертая часть оказалась не хуже трех предыдущих. Дорогие друзья, крупный игровой портал Game Awards на этот раз представляет вашему вниманию обзор игры Five Nights at Freddy 4. История новой части теперь происходит в комнате маленького мальчика, который по ночам теперь встречает весь жуткий сброд игрушек из предыдущих частей серии. Причем события игры на этот раз идут другим путем, к событиям на вечеринке, до которой остается всего 5 дней. Впрочем, я не буду спойлерить, а то потом закидаете в комментариях меня говном. Скажу лишь одно, в новой части откроется множество секретов и тайн, которые ранее были непонятны или скрыты. Скотт действительно сказал правду, поэтому в новой части переплетаются между собой все сюжетные нити серии. Так что если вы из тех игроков, которые следили за серией, шлялись по разным каналам на YouTube, в поисках пасхалок и даже сами искали пасхалки, тогда новая часть вас точно не обидит. И вы будете довольны по самые яйца. Five Nights at Freddy 4 механику игры продолжали улучшать, поэтому вы сможете посетить еще один аттракцион, который подкреплен жуткими и ужасными игрушками-убийцами. Вас в очередной раз будут осаждать механические озлобленные игрушки, причем как обычно, начиная с 12 часов ночи и до 6 утра. При этом главным героем оказывается теперь не охранник, а мелкий пацан, которому от страха приходится срать на месте в своей же комнате. Вновь игроков ждет ужас, скримеры, безвыходность и ожидание очередного нападения. И пусть в игре присутствует все та же игровая механика, Five Nights at Freddy 4 все так же преподносит новенькие сюрпризы. К примеру, фонарик больше не универсальное оружие, которым можно одолеть на голову игрушки. Конечно, он поможет вам засечь засранцев, которые крадутся по коридорам вашей хаты, но вот спасительного эффекта от этой пукалки не ждите. Еще одна деталь. В игре больше нет ни камер, ни планшета. Поэтому поиграть на работе в игрульке никак не получится. И именно поэтому заранее выявить нападение не получится. К тому же игровая механика теперь целиком и полностью перестроилась на звуки.
Поэтому придется теперь слушать, как долбятся в жопу игрушки, чтобы заранее определить надвигающееся нападение. Именно поэтому убирать громкость значит навредить лишь самому себе. Так что теперь либо вы честно играете и проходите игру, либо просто валите и удаляете ее к чертям собачьим. И вот еще третья, новая деталь в игре. Мини в рот их игры. Это то, что игру делает еще более жуткой и страшной. И что самое интересное, от мини-игр никуда деться не получится. Малолетний засранец просто будто прикован к ним. Вы не можете просто взять и пропустить их. Вы не можете вырубить звук. Вы не можете выучить механику действия игры. Вы не сможете найти прохождение. Вы ничего не сможете. Вы просто рак Five Nights at Freddy 4. Помните об этом. Вам в любом случае придется смотреть в постоянно двигающийся мрак и искать падлу, которая затаилась в той темноте. Вам в любом случае придется прислушиваться к мелким шажкам этой скотины и дыхание этой зубастой хреновины. Если же вы не хотите этого делать, тогда и не запускать эту игру. Полное погружение в игру, борьба с детскими страхами и встреча с игрушками – это обязательные условия игры. Наверное, именно поэтому Скотта игроки и одарили какахами. Необходимо быть постоянно внимательными и играть на полной громкости. Конечно, в и так продолжительный список достоинств нужно добавить то, как были оформлены эти плюшевые падлы. Новые 3D-шные модели не просто стали страшнее, они резко повзрослели. И у них теперь огромные пасти с огромными зубищами. Ко всему этому еще и добавляет своего места, где вы играете. Детская комната, кладовка, в которую страшно заглянуть, огромная кровать, под которую страшно заглянуть. А еще две двери, двери. Зачем? Родители что ли развелись и не смогли поделить дом, поэтому решили пополам разделить комнату? Кроме этого, у вас еще будет и экшн-камера. Наконец-то вы сможете ходить, пусть и ограничено, но все же это прогресс. Игрокам предстоит бегать от дверей к дверям и постоянно ждать, пока бедного пацаненка отметелит очередная злобная игрушка. Наконец-то старина Скотт завершил серию историй о зубастых игрушках-убийцах. В игре вновь появились новые монстры, новая механика и вообще новое место действий. При этом в игре все так же нет прорыва в геймплее, визуальной части. Но это не мешает Five Nights at Freddy 4 быть отличной игрой. Атмосфера и тот ужас, который ждет игроков, вновь заставят волосы подняться дыбом, а от напряжения сжимать свое очко. Так что если предыдущие игры серии вам доставляли удовольствие, тогда четвертая часть вас точно не разочарует. И на этом наш обзор подходит к концу, поэтому вперед играть в новый шедевр от Скотта и бороться с плюшевыми падлами. С вами был крупный игровой портал Game Awards. Не забывайте оставлять свои комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.